В последнее время с армянской стороны постоянно звучат призывы оставить российских миротворцев в Карабахе навсегда. Именно, укрываясь за спиной миротворческого контингента, армяне устраивают различные провокации в отношении Азербайджана. Однако им пора понять, что так долго продолжаться не может. Как передает Азия Ас, телеграм-канал Made in Tower пишет, что мы все прекрасно понимаем, что никакой интеграции граждане Армении, незаконно проживающие в зоне временной ответственности РМК в Карабахском регионе Азербайджана, не хотят. Их ничему не научила 44-дневная война. Они свято верят, что миротворцы будут находиться в регионе всегда. Именно поэтому они продолжают заниматься провокациями и нарываться. Выхода у них два. Первое. Собрать вещи и отправляться вслед за гражданами Армении, Сирии, Ливана, проживавшими незаконно в Гадруте, Шушее, Зангилане, Губадлуе, Кельбаджаре, Агдамском районе и так далее. Второе. Ждать второго пришествия Яшмы, Харопа и Байрактара. Или они думают, что Баку просто так закупает вооружение, чтобы через несколько лет утилизировать это вооружение на полигоне Сейф-Эли? Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.